друзья, ничего не помещается. Пора грузовик покупать. Видите? Все это мулили, все на голове уже. Где большая машина? Придется мне все забирать обратно. Целую кучу посылок. Лиль, а у тебя тут место есть? Нету. А? Нету. Все завалено? Ну, если только место меня. Ну да. Мама Бусинки вырастила щенят и Бусинку. Мама Бусинку приняла 6 новорожденных щенят и выкормила их. И вот они выросли вот такими лошадьми. А Бусинка осталась такой крошечной. Ты большая собака у меня тут. Не хотят за тобой ехать, да? Не хотят. Ну ладно. Приехала домой, заберут ее. Моя зайка. Посмотрите, какая она крошечка. Крохотулечка маленькая. А мягенькая, как плюшевая. Ой, какая прелесть. Такая Мася хорошая. Мася хорошая такая. Боже, такое ласковое, такое нежное существо. Маленькая девочка тоже. Я вам там подарки еще принесла. Сейчас. Да, Дутя. Мы ее Бусинка назовем. Мама ее сказала Бусинка. Бусинка. Бусинка, Буся будет. Вот новая Бусинка. Мама Бусинки. Вот, называй мы. Все, уже. Ой, все, мама. Уже есть контакт. Ой, сейчас расплачься. Все? Ой, ну такая масенька. Масенечка. Да. Буся будет. Пиня и Буся. Пиня и Буся, Пиня да? Пиня и Буся, да. Пинечка у нас 23 января приехала. Мне Валин муж ее привез тогда. Прям домой, да, скажу, маленькая. Господи, дякую, господи, дякую. А прививочки есть у нее, да, Валь сказала, по-моему? Ой, какая. Слушай, ну хоть на 30 раз мне повезло с собакой. А ты ведёшь к нему, что ли?
друзья, у нас встреча на Киевском вокзале. Я приглашаю вас всех. Такие встречи будут происходить каждый месяц, каждое последнее воскресенье каждого месяца. Число мы не указываем. Ребята, вы сами открываете календарь и смотрите. Каждое последнее воскресенье каждого месяца мы рады увидеть вас на Киевском вокзале с 12 до 15 часов. Удобно и вам, и нам. Нам все-таки добираться из Чехова 1.5 часа, поэтому стараемся как-то подгадывать. Не всегда угадаешь пробки или что-то остальное. И еще, друзья, поверьте, нам нужна любая ваша помощь. Лекарства, стройматериалы, тряпки, старые шубы, одеяло, покрывало, подушки перьевые. Ни в коем случае, ребята, разрывают, и мы плаваем. Поэтому, мои хорошие, на ваше усмотрение.